Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Ну что, основная масса работы у меня в теплице сделана. Где-то еще осталось только немножечко подкрутить томатики. Вот вроде подкручиваешь, подкручиваешь, они все равно вот бац, и уже пасынки вот периодически попадаются обрывать. Вот. Ну а так, в целом, основная работа вся уже завершилась. Ягоды собрали. Скоро будем делать с ягодами обработки. То есть все это обрезать, усы буду полностью обрезать, листу, готовить их уже, как говорится, к зимовке. Ну, я зашла в теплицу и хочу вам показать один сорт, который называется коралловый. Как они у меня развиваются вот в маленькой теплице и как развивается этот сорт в большой теплице. Смотрите. Вот сажала великолепная рассада была. Вот он этот томат коралловый. Завязала здесь одну помидорку. Здесь вроде как кисти еще есть. Вот они у него. Будем надеяться, что он тоже начал завязывать. Вот выше уже начал, пимпочку вот завязана. И высоту он здесь всего сантиметров, ну, наверное, 80. И такой хлипенький. Очень хлипенький кустик. Так. И сейчас мы с вами пройдем другую теплицу, я вам покажу этот томат в другой теплице, как развивается. Вообще, я этот сорт уже сажала позапрошлом году, он мне очень понравился. Во-первых, он очень был вкусный, а во-вторых, он очень такой урожайный был кустик. Вот. Ну, что в этом году у меня будет, я не знаю. В общем, я его уже сажала, и получилось так, что у меня осталась очень красивая рассада. Вторую я не продала, я его решила посадить в другой теплице. Сейчас я вам покажу этот томатик. И вот этот томатик у меня в большой теплице. Посмотрите, насколько уже мощнее выглядит куст. Здесь у меня из этих зарослей тут темень, но томаты завязываются. По крайней мере, цветы здесь никто ничего не сбросил. Так что то, что мы здесь одели защитную сетку, я даже не жалею. И вот смотрите. Мощный куст. Вот первую кисть он завязал, этот томат. Вторая кисть, посмотрите, какая большая. Вон там еще кисть большая. И сзади еще там выше он как-то большая, там огромная кисть. Она прямо вот еще за листом там. Посмотрите, какая там огромная кисть. Вот у него кисть. Вот кисть. Вот кисть. И высоту он 1,50 м. Понимаете, какая разница получается между той теплицей и этой? Что произошло в той маленькой теплице в этом году, я не могу сказать. Я грешу на некоторые факторы. То, что я их высадила рано 22 апреля, холодный грунт спровоцировал отставание в развитии. Это раз. И второе, то, что эта теплица теперь покрыта пленкой. И там были при заморозках нулевые температуры. То есть трясанули капитально. Здесь, если плюс 6 температура, как-то мы держали на двух обогревателях, то в той теплице было 0. Вот. И, видимо, получили они очень сильный стресс, поэтому такое развитие. Хотя рассаду я сажала, здесь рассада, если честно, в этой теплице выглядела гораздо хуже при посадке, потому что я ее больше здесь передержала на неделю, потому что здесь я сажала ее 1 мая. И вот, представляете, какая капитальная разница между одной теплицей. Посмотрите, уже вот 2,20 потолок, уже до потолка некоторые дошли. Тут просто что-то невероятное. Тут такие джунгли. Как я в дальнейшем вам буду здесь делать обзоры, я не знаю. Это для меня просто что-то... Вот, понимаете, и в той теплице посажено расстояние на том же расстоянии, что и здесь. Но там свободно получилось. Света им хватает, а толку... Конечно, маловато. Но затенение, конечно, я довольна, что я здесь сделала затенение, потому что в том году у меня здесь затенения не было, было только по бокам. На крышу я сейчас тоже насадила сетку. И благодаря вот этому сейчас в теплице нет такой жары. Вот. А в той теплице из пленки, я хочу сказать, жара очень большая. Накаляется теплица. То, что мы там накрыли сеткой, надо больше, короче, защиту от солнца делать. Вот, в принципе, вот такая разница у меня между томатами большой теплицы и маленькой теплицы.
Но я надеюсь, что в этой большой теплице будет урожай. И надеюсь, очень неплохой. Потому что посмотрите, как вяжут мои томаты. Так, это у меня сорт 359. Не помню, что это за сорт. Это надо смотреть, потому что по тетрадям. Посмотрите, вот первая кисть завязана. А, Чика Кёртис. Точно, он, по-моему, первый у меня был, если не ошибаюсь, то, по-моему, Чика Кёртис, да. Вот он, томатик один завязан. Он один из первых так завязался, но почему-то он не спеет. Так, вот она, кисточка висит одна. Тут одна помидорка, вторая, не знаю, будет, не будет. Дальше там цветочек один сброшенный. Вот она, кисточка у него висит. Вот выше кисть. Еще выше кисть у него идет. А дальше пока идут цветочки. Вот, то есть завязи здесь приличное количество. То есть томаты здесь завязали очень и очень довольно-таки неплохо в этой теплице. Просто на фоне зеленых листьев зеленые томаты пока, конечно, смотрятся не очень. Но когда начнут спеть томаты, листва, конечно, будет обрезаться здесь. Буду срезать листву, иначе я просто потеряюсь здесь, в этой теплице. Вот. Наконец-то мне удалось в этом году восстановить сорт свой «Мама Мию», который я когда-то покупала маленьким помидорчиком. Я сажала его несколько лет назад в той теплице, в маленькой. Тогда у меня еще этой поликарбонатной теплицы не было. У меня был тоже такой же очень мощный куст. Я его пустила в 4 стебли. И я с него сняла 77 помидорков от 150 до полукилограмма. И вот в этом году, наконец-то, вот ну, моя «Мама Мия». Из этого одна единственная семечка проросла только. Остальная никак. И вот тоже посмотрите, сколько на нем цветочков. И вот уже завязывается. Вот. Вот надо подвязывать. Ведь вроде ходила, подворачивала все помидоры. И опять вот посмотрите, опять болтаются. Вот когда они хоть успевают, то ли они раскручиваются, то ли еще что-то, не знаю. Где-то у меня еще здесь был. Так, это мой любимый сорт. Ну, что-то он пока... А нет, высоко идет. Это Великие озера. Ну, он должен был быть другой формы. У меня попался пересорт. Но название так у меня и осталось. Великие озера. Я его сажала. Это было тогда в том году, когда я его сажала, позапрошлом году. Было что-то невероятное. На нем было столько, огромное количество помидор. Такой немножко сердцеобразной формы. И вот в этом году у него тоже кисти, посмотрите, есть кисти, кисти завязывают. И я думаю, что он тоже в этом году себя покажет неплохо, этот помидор Великие озера. А это вот я посадила, тоже посмотрите, сколько завязи на нем уже выдает. Это Ругантина F1 у меня. Я сажала и Ругантина F3, ничем не хуже был, чем Ругантина F1. Вот, тоже очень урожайный, то есть можно брать с этого семена. И уже мне кто брал уже F2, тоже остались очень довольны. Посмотрите, тоже как завязывает. Вот он кисть, она такая большая кисть, веерная. Вот она кисть у него еще идет, большая тоже. Уже тоже начинают первые там завязи идут. Так, внизу там ничего у него не видно. Нет, внизу кисть есть, но она маленькая, и на ней ничего не видать. Так, и вот цветочки у него идут, и вот цветочки идут. И вот посмотрите, сколько тут у него цветочков. Очень большое количество. Но куст здесь очень мощный, очень жирный. Вот так вот здесь выглядят мои томатики в моих дебрях.